Сейчас мы переходим к новостям спорта. Остались считанные дни до открытия Паралимпийских игр в Сочи. Продолжают прибывать атлеты из России и других стран. Для них в столице игр создали все необходимые условия, так называемую безбарьерную среду. Поддержать спортсменов готовятся и тысячи болельщиков. Паралимпиада, отмечают специалисты, это не только спорт, но и пример личного преодоления. Во многом этому подобные состязания становятся все более популярнее в мире. На это обратил внимание и Владимир Путин в интервью журналистам российских телеканалов. Аудитория Паралимпийских игр, она существенным образом расширилась за последние годы. И для нас, откровенно говоря, это важно, чтобы люди это видели. Неограниченные возможности наших спортсменов с ограниченными возможностями. Это воспитывает общество в нужном ключе. Это подталкивает административные структуры всех уровней для того, чтобы создавать безбарьерную среду. Кстати говоря, вот здесь в Сочи мы впервые, наверное, в России реализовали весь комплекс программы по безбарьерной среде. И я очень рассчитываю, что в регионах будет проводиться последовательная работа по созданию такой же безбарьерной среды по всей территории страны.